меня проблемы. Какие? У меня хуже, у меня тут турель, я не знаю, как вылезти. Я прыгнул на нижний ящик и не могу забраться наверх теперь, наверное. Убейся. Я не хочу. Наверху только. Я сделал баллад Гейтоне. Снова не будем прыгать. Не нужно, или это уже чувак. Нет! Что? Все равно где-нибудь умру один. Я умер опять, блядь, на одном том же месте. Я падаю уже в пятый раз. Я тоже перепал, мои перепал. Это мои обложки. Я прям не понимаю. Я не слышу. Я просто вообще слышу, но я не знаю. Да. Я слышал только толком про вопрос. Блин, все, наконец-то я перепрыгнул все эти сраные ящики. У меня с третьего раза вышло. У меня сразу с шестого. Да-да-да, я все время об крюк зацеплялся, меня сбивало как бы в сторону. Окей. Давайте ебашите. Ладно, туда я не пойду. Лол, не похоже, что это... Чувак, лол, Like that. What? Я только не могу понять, кто постоянно жрет людей в этой канализации или в воде. Вот эти двухлапые твари, которые кислотой плюются вроде. Ой, ёб твою, мое нелюбимое место! 80 хп. Брайан, я тебя выбью. Я в лифте просто. Ушам просто дает. Pull handle to open during emergency. Интересно. Что?
хочешь. Что-то мне свистнуло на душу. Нет, я спасу тебя. Ничего, агрессивный. Ой, у меня автомат сломался. Ой. Они меня даже атаковать не успевают. О, там хоть. Gordon, if I had known it was you, I would have let you in. If we stay put, someone's bound to come and rescue us. Right? You're heading out there by yourself? May God have mercy on your soul. I urge you to reconsider. There's plenty of sustenance, beverages, and scintillating conversation right here. Nope. I'm staying here. Oh, I don't want the chance missing the evacuation team. No. I'm going to stay here. Fuck you. And wait for my colleagues. Wait for your colleagues. Wait for a rescue. I don't give a shit. Турель какая-то очень легко ломается. Да? Пять выстрелов готово. Наконец-то зомби. На тебя. На тебя. Well, what do we have here? Это больница. Что это? Это уже больше похоже на Nightmare House 2. Ой, мам. Страшно? Нет. Тут только эти фигни, которые электричество. Только которые не маленькие, а большие, одноглазые. А потом становятся нашими друзьями. Кстати, тут прикольно сделано то, что руки с фомкой то в крови, то в дерьме, то в кислоте, то вообще пачкаются. О, два полицейских теперь. Он со мной пойдет? О, у меня теперь два полицейских. Целый отряд уже. Эрвин, RGA, Шродингер, Quantum Mechanics. Шредингер? И изображение кошки почему-то. Ну, потому что Шредингер, ты не знаешь, почему здесь Шредингер такой. Но он с квантовыми... с квантовой... Вообще, это знакомое, кстати. Код Шредингера, когда он... А, его... это в ящике, да, который... Код, да, то ли кот жив, то ли кот мертв. Который находится сразу в обоих состояниях. Да. У меня дело в том, что я сам это, конечно, год назад, мне, я помню, на одном повторении пожалел об этом, что я не смог. Я потом плакал. Я из фильма про это узнал. Я это узнал тогда, когда мне сказали, что я долбоёб. Тварь.
У меня 13 хп. А ты, кстати, на какой уровень сложности играешь? О, чё, начинается. Махи. Что? Ну, не знаю, как на сложности. Лол, я сейчас поджег зомби и включилась это... Водотушительная система. Ой, пожаротушительная. Я в морозилке. Тут играет зловещая музыка. Боже мой. Ай, меня кислотой обливает. Сучу. Такие большие куски мяса, я хочу их. Так много мяса. Ном-ном-ном. Эй! Эй, over here! Я нашла One of these little buggers latched onto my buddy's head. Get that thing off before... Hey! Thanks. I owe you one. Here, let me get this open. I got some supplies in the back. If you want, go take a look-see, see what you can carry. Аптечка хоть наконец-то. Вообще, кстати, тут дробовик. А, магнум, точняк, а вот и магнум. Ты тоже офицера спасла? Да, вроде. Ну да. Я сейчас в холодильник. Здесь дробовик давали. Yeah, let's go. Ну где-то должны дать. One down it. Оу. Did you see that shot? То есть ты установила библиотеки SDK, да? Да, ты установила библиотеки SDK и просто скачала это все бесплатно, я правильно понимаю? Ну да. Но Half-Life 2 у тебя нет. Нет. Угу. А где их нужно скачать? Они прям в Steam? Да. Только Брайан же кидал ссылку на рутрекер. Оттуда скачал. Ну ты. Ну даже видно, что ты играешь типа в этого СДК, понимаешь? Как это ты это сделал? У меня до сих пор не появилась логотип или иконки на десктопе, через который я могу запускать саму эту халфу. Watch out for these critters, Doc. Я запустил ее, просто установила ее, и там сразу типа запустить игру. Потом нужно будет думать, откуда брать иконку. Это чёрт. So much for wishful thinking. All right, you scout on up ahead. I've secured this area. If you can't make it back around, don't sweat. Keep going. Я заблудила. Мальчик, по мне... Что? По мне турелька долбит так с такой скоростью, жесть. У тебя же... Ты же на легком, наверное, играешь, а я играю на среднем. Сейчас, пацаны. Блять. Да. Сейчас она меня убьет. Это первая самая близкая низа. Ну точнее, из воздуховода, да, вылазишь? Ну да, вот первая меня сейчас один раз попала в меня.
All right, I'm ready. Быренько очень пробежала. Блин, надеюсь, охранник сейчас не выползет вперед меня. А, я же гранаты можно какие убить. А гранаты вообще не твои. Смотри, сколько, три? Очень забавно, что в этом холодильнике дощечки между всякими там полками и стенками стоят так специально, как будто уже кто-то так ходил. Так темно. Все, сломалось? Все сломалось. Let's get the hell out of here. Let's get the hell out of here. Target targets. Reloading. Стопудово должен PewDiePie сделать walkthrough на это. Walkthrough. И может быть даже нового может сделает. Может будет там орать каждый раз, когда увидит зомби. Ух ты. Ой, ёлки, ой, ёлки, ой, ёлки. Screams up ahead. Чё это оно за... You first. I'll secure this area. No. Let's get the hell out of here. Let's get the hell out of here. Теперь у меня два охранника. Damn, these things are everywhere. Большую часть времени Гордон Фримен ползает по воздуховоду. А дьявол, наушники упали. Oh man, what the hell? Man, how cool is this? Одного из моих. Quiet. I hear something. It could be help. Here, let me get out of your way. Он умер. Ученый мертв, ученый похож на Робина. На Робина Уильямса. Fuck off. Let me get out of your way here. Oh shit, not good. I got you! Этих зомбаков можно чувствовать. Вот патроны тратят. О, я помню этот момент. Holy shit! That thing tore them to pieces. Yep. I don't think we should stick around. Чё так дохнуть быстро? Я взял ногу. Well, it can't get any worse than this. Or can it? На, покушай. Покушай, братишка. Oh, that was awkward. Откуда я тебя видел? Лол. Иди, иди, покушай ножку. We've been here before. Didn't you already ask me that? Well, you got one to play. Knock it off! Bullseye! You should see... you should see the other guy. Less horror in the world. Here, let me get out of your way. Get out of here. Кто тут стонет? Я тут соплями кто-то исходится. Shoot the damn thing! You asked for it. That was close.
I'm empty. Cover me. I'm empty. Well, let me get out of your way. Get out of here. Stay back. Take her. It's not my time. Don't worry. He's human. If you're trying to escape, I'm coming with you. I'm not so sure we should go to the surface. What if the world finds out what we're doing down here? Suit yourself, Clifford. All right, which way out of here? Do you have any idea what's going on? I'll secure this area. Yeah, we might live longer if we work together. I'll watch your back. Lead the way, Freeman. Oh, that was awkward. Нет. We have got hostiles. Hostiles? The army will accept anyone nowadays. О, нет. Начинается. Что? Когда появляются лазеры, это значит, что появились военные, да? Наверное. Детекторы движения, которые взрываются потом. Наверное, да. Ненавижу. У меня даже автомата нет. Алло. Алло. Разбил стекло зачем-то. Открой мне, ебаная дверь. Тут какие-то разведданные. Странно. Excuse me. No worries, mate. Ой, турелька стоит. Блин, там турель. You ever seen anything like this? Почему ты прыгаешь, как ты маршируешь? Куда это я пошел-то, блядь? У меня это лазеры стоят тут, и я не знаю, что с ними делать. Кинем гранату. Если у тебя остались, конечно. Пим-п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 им. Achievement unlocked. Что-то ачивку какую-то я получил. Кстати, у мамы...